You have had a very good year, 2017. What has been the highlight? Мы выиграли чемпионат Европы по пляжному волейболу до 18 лет, чемпионат Европы до 20 лет, первое место. Мы выиграли чемпионат Европы до 18 лет, чемпионат Европы до 20 лет и финал сателлита и финал взрослой Евзы в Грузии. Okay, and what about the future? Where do you see your future going in the sport of beach volleyball? What's your aim, your goal, your dream? Я хочу попасть в национальную сборную страны. Для начала я хочу выиграть мужские олимпийские игры, а после я хочу выиграть взрослые олимпийские игры.